Московское время 18:45. Самое время отправиться в Казань, столицу Татарстана. И вот на этой арене сегодня состоится очередной матч. Шайбу сыграют Акбарс и подмосковный Витязь. Даниэль Оде. Пара защитников. 31-й Кирилл Рямин. 42-й Кирилл Стеклов. Горлицкий. Ежов. Как-то так легко очень. Ежов поймал. Ну и, правда, их Горлицкий, скажем так, бесхитростно сыграл. Но момент-то очень хороший. Практически один на один оказался Горлицкий с вратарем. Ну, посмотрите. Ну, так. Седьмой защитник Михаил Епишин. 13-й нападающий Семен Демидов. Бурмистров. Хороший момент. Гол. 1-0. Акбарс забивает. И мы поздравляем Артура Бровкина. Вот сейчас мы увидим с вами этот момент. Вот Бурмистров уходит, убирает одного с дороги. Вот сюда приходит второй. Это Егор Воронков. И абсолютно свободным оказывается Артур Бровкин. Быстрая атака сходу. Три минуты сыграли. Оп, ничего себе, занято. Неплохо. Кто это там? Хороший слабый прием, прям нравится мне такие на открытом льду. Вбросили. Ух ты, что за? Вбросили игроки Витязи шайбу жестко. Мне нравится, прям в тело играют на открытом льду. Одни накатывают, вторые накатывают. Одетта кружку объехал, бросил, гол! Классный проход Даниэля Одетта. Ничего себе, так всю площадку прошел в одиночку. Сейчас вы увидите, здесь проскакивает Юдина, клюшку обыгрывает и бросает в притирку с дальней штангой. 1-1. Вложился в этот бросок, вдавил шайбу. Они как-то и настроиться не могут на эту игру в большинстве. Вот сейчас уже минута почти прошла, видите, только первый раз в зону прошел. Вот, да. Слава приеме Левчука. Здесь. Уверенно пошел вперед. Горницкий тоже. Галимов. Ежов. Ну вот, если казанцы хотят забросить, то примерно так надо здесь. Агрессивно перед воротами. Побежал Петров. Пишем. Индрашист бросает. Мы помним, что два похожих момента было у Акбарса в первом периоде, но там бросков мы так и не дождались у Форова. Там были две скидки за спину. Перехват. Попов. Поймал Белян. Перехватил, бросил. Тут сразу трое накрывали. Прыгал там перед Беляловым Лещенко. Проталкивает на Булатова. Сафонов. Гол. Нет. Булатов отдал. Здорово. И уже перекладывает. Штамп попадает шайба. И ведь уверенно раскладу вратаря Сафонов. Немножечко не рассчитал. Попадает Лямина. В том числе и жертвуя собой защищаться гостям. Линкольн развернулся, Кагарлицкий тоже не попал. Вот Кагарлицкий бросал, конечно. Ну-ка еще раз. А, он попал в клюшку Воронкову. Вон он. Ну и сейчас. Гол! Вот это да! Вот, пожалуйста! Вот как важно бросать в своей зоне. Ну как можно так вчастую проигрывать? Ну как? Подобное казанцы готовили, когда на точку вставал именно Сафонов. И вот он выиграл четко на Петрова. Кирилл долго не думает. Он, кстати, сегодня нацелен на ворота соперника. Не рассусоливает, не размышляет. Не думает о том, как бы продолжить атаку. Вот, молодцом бросил и... Блок еще от Сафонова попадает. 2-1.